Центр развития компетенций «Универсум Плюс» Института международных отношений КФУ для всех желающих проводит сентябрьский вернисаж иностранных языков. Нужно отметить, что организаторы делают акцент на изучение сразу нескольких языков. Здесь любой желающий может посетить мастер-класс по арабскому, японскому, итальянскому, французскому и другим языкам. В Институте вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета прошла серия мастер-классов в честь Дня программиста. В мероприятии приняли участие представители компаний 1С, Мера, Акбар цифровые технологии и многие другие. Для студентов сегодня открывается возможность еще и найти для себя интересный проект, возможно, договориться о прохождении практики в компаниях наших партнеров. Мастер-классы проходили по темам программирования и возможности применения технологий в сферах нефтедобычи и строительства. В Униксе прошла экскурсия студенческой жизни для первокурсников. Их ожидали творческие номера. Об этом мероприятии я узнала задолго. Вот, я заинтересовалась и пришла. Возможно, я в будущем тоже буду выступать, если мне удастся попасть в коллективы. Такое мероприятие, в котором мы знакомимся с студенческой жизнью, где мы узнаем что-то новое, какие-то мероприятия, спорт, деятельность, концертные какие-то моменты и возможность сходить и записаться куда-либо. На мероприятии выступили первый проректор Казанского федерального университета Рияс Минзарипов и проректор по социальной и воспитательной работе Ариф Межведилов. Мы 1 сентября, когда с вами встречались, говорили о том, что в университете жизнь, она интересна, потому что ее делают сами студенты. И вот сегодня вы увидите, как ваши старшие коллеги действительно делают ее интересной. Артем Тупичкин, Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз.